Здесь были другие оттенки. Да, смотрите, я вот те, которые здесь были, я объединил. Да, у меня получилось какое-то более монотонное пятно. И в комплексе, да, это звучит намного приятнее. Как бы вот намного вот чище, намного благозвучнее, чем, допустим, вкрапление каких-то акцентов, бликов каких-то еще. Может быть, оно вот, и звучало бы более грамотно, там, расстановка бликов, там, окончание вазы, там, поддержание, подчеркивание дна. Может быть, оно и прозвучало бы с точки зрения, как бы, построения более грамотно. Но с точки зрения общего настроения, когда тихо звучит, очень хорошо. Вот. И вот обратите внимание, как вот я сейчас сижу близко, вот я через экран вижу. Видите, верхний блик, да, здесь. Как бы это так, как свет проник, я ставил блик на стене. И нижний, да, смотрите, читается в одной плоскости, да, в одной прямой. И уже звучит не фэншуй. Значит, что? Значит, мы один притираем, то есть объединяем с фоном. Смотрим, если не хватает, ну, а может быть, даже и не хватает, значит, переносим. Да? Он не может быть, как бы, некрасиво смотрится, когда он в одной вертикали. Может, или туда, или сюда. Но в данном случае, то есть, нет смысла относить его от центра композиции, туда он будет, как бы, выходить. Значит, мы его